Друзья, мы же зашли в Рыбное, но тут все подряд, что только нету здесь, именно в Рыбном. Вот, пожалуйста, смотрите. Тут и в овощи. А, там... Ну да, 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 да. Ну, значит, там в Рыбном, где рыбный отдел был. А, овощной сюда теперь их перевели. А это был рыбный, получается. Ну да. Вот я и говорю, потому что только нету здесь. Идешь, рыба, потом хоп, смотришь уже овощи, фрукты. Так. Вот икра, смотрите, красная корочка. 65 евро. Ну это килограмм, конечно, друзья, килограмм. Ну красивые. Ну, баночки какие. Я так немножко помедленнее буду вести вам. Вот здесь тоже 9,80 этот окунь. Вот мне дался этот окунь, все. Ну, я надеюсь, вам ценники видно. Ой, какую рыбу вижу. Сейчас подойду. Я говорю, как зашел, не знаешь, откуда начинать. Какая красивая. Мы решили с Наташей вот сейчас вот с этого самого начала. Ой, собачка, ты смотри. С самого начала вот этого ряда. И вот отсюда начинаем. И немножко так поподробнее вам вот так вот начнем. Прямо отсюда. Хек 3,70. Хек 3,40. Ну, такой средненький вариантик. Хороший. Вон, смотрите, удобнее мешочек. Вы так это сам. Давайте я вам покажу. Посмотри, без очков не видно. 10, 30, 2, 3, 4. Спасибо вам большое. Да просто мы решили с самого начала этот ряд вот так пройтись. Это лень. Ой, щуки какие. А щучки. Ой, карпа. Ну цены вам видно? Вот щучки, пожалуйста, 6,90. Ну, килограмм, естественно. Вот чищенный карп, да, 10,50. Ну, идем дальше. Так, идем дальше. Ой, еще живая, смотрите. Спасибо. Пожалуйста. Еще дышит. Дышит, ну, а еще. Снимать? Снимать не надо. А я рыбу снимаю только. Не надо снимать. Да. На входе написано. Ну, вы слышали, друзья, да? Ну, я не стал там. Зачем? Ну, вот продолжаем так. Идем. Вот опять щучки, да. О, какая. А тоже 6,90. Там, по-моему, тоже 6,90 была. Ну, красавица. О, вкуснятина. Но это уже чищенная. Уже да. О, какие крупные. $3,90. О, форель какая крупная. 9,50. Прям аж серебряная. Посмотрите, какого. Классно.
А вот как по работе сложно все случилось? Наверное. Классно. Без нас не может. Живая рыба еще, посмотрите, совсем еще. Все шевелятся, он, видите? Ну, даже вот, блядь, на самом деле, вещах. Там стуканто шевелится, совсем свежая рыбка. Ага. Карты тоже можно, пожалуйста. О, какой карп большой, какой огромный, посмотрите. Во, 5, сколько? 5.20? 5.20. Да, серебристый форель. Смотрите, какая красота. Да, друзья, вот прямо аж так вот смотришь и думаешь, все вы забрали с Наташей. Но мы уже столько ели этого и копченого, и свежего. Но все равно купим. Что-то мы купим. О! Да. Сейчас, вот смотри, этот камбала. А камбала в какую цену? Камбала у нас... А, это мелкая, 3,50. Это, наверное, будет подороже. А в какую цену покрупнее у вас камбала? Это норвежская. А цена какая? Цена. А? Цена? 3,90, где-то должна была цена. 3... А, вот она, господи, вот она перелетела. 3,90, пожалуйста. Ну вот, друзья, набрали мы вот целую вот эту вот сумку рыбы. Получилось где-то 3,5 килограмма. Вон у той женщины, все. Выходим, идем на электричку 15.35. Да, сегодня мы опять с Наташей решили на электричке. Потому что наслышаны, что там здесь перекопано тут все, и решили все-таки, и далеко ставить не захотели мы машину и пешком идти. Были бы помоложе, мы бы, конечно, и пошли бы пешком. Вот что могли, показали вам немножко. Будем снимать и продолжать дальше.